Мур, привет, друг, это Зверько. Долго ждали или недолго, но добавили нового персонажа. Да, возможно, кто-то уже видел эту лилию, но я предпочитаю делать все обстоятельно. Итак, это пополнение детского сада ML, боевых детей. Надеюсь, не забанят за такое, но они же воюют. Что сразу бросается в глаза? Это здоровенные ботинки, одержимые полтергейстом, походу полтергейстом большого папочки. Но о них позднее, просто привыкай. Так, что по навыкам этой маленькой ведьмы? Первый навык – это волна. Просто волна, просто урон. Но она детонирует существ второго навыка. Второй навык – это мешок глумов. А глум – нечто среднее между зубастиками и лангольерами. Ставь класс, если такой же старый, как я, и помнишь эти фильмы. Призывая глума, в его темной области наносится урон и навешивается замедление бега на врагов. Если его подорвать первым навыком, то он нанесет больше урона и превратится в кристалл. Вокруг кристалла поле, которое ускоряет бег лилии. И если в это поле поставить глума, то он сдетонирует еще сильнее и превратится в кристалл второго уровня, который дает еще больше скорости. Можно так наращивать уровень до 4 раз. Синий, красный, фиолетовый и желтый последний уровень кристалла. Подрывая глумов, в короткое время повышается их урон, как я и говорил. А вот урон стакается до 5 раз и становится весьма ощутимым. Навык накапливает до 5 глумов, которые можно использовать в короткое время. Еще можно поставить рядом несколько глумов, и они будут детонировать поодиночке. Можно поставить их далеко и закрыть большую область кристаллами, и бегать между ними в припрыжку, поскольку толка большого нет. Глумы наносят урон лишь в пределах темной области, которую видно, когда ставишь. И в сравнении с малиной Наны и бомбами Дигги, они как-то не впечатляют. Ульта. А вот и пригодились башмаки. Они не просто следуют за лилией, они показывают место, где она была 4 секунды назад. И используя ульту, лилия возвращается во времени на эти 4 секунды. Казалось бы, опа, можно отхилиться на базе и вернуться назад. Но не тут-то было. Лилия вся возвращается на 4 секунды. А это значит, она откатывает на 4 секунды и свое хп, и уровень маны. Но эта ульта отличный эскейп. Кроме возврата во времени, лилия получит ускорение бега и полностью перезарядит второй навык, получив 5 глумов в мешок. Кроме того, маленькая перезарядка. Ну и что же мы с тобой имеем? Волну, бомбы с малым радиусом действия, ускорение бега и эскейп. На мой взгляд, очень заморочена механика разгона урона, а контроля нет совсем. Я думаю, лилию будут еще усиливать. То же самое я пророчил и Дариусу, если ты смотрел. Ну а на этом все. Скоро период обновления, он довольно коротенький, поэтому в нем же покажу новый режим боя. Не забудь подписаться на канал и ставь свою чудесную лапку. Удачи, друг!